Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Герон Танк. Так, аркада. Уровень 797, так, здесь у нас 9. Онлайн 2 на 2. Так, у нас есть деньги? Есть, поэтому я куплю этот уровень еще. А здесь уже за гемы. Ну что, мы, наверное, с тобой сейчас возьмем онлайн режим, вот этот наш. Кстати, а что у нас на этом танке? Я все поставил. Так, давай вот этот скин еще возьмем. Чтобы у нас все было куплено. Поехали. Сейчас попробуем с тобой здесь еще немножечко подзаработать кристаллов. Ну, естественно, для того, чтобы приобрести еще какой-нибудь солидный танк. Хотелось бы вообще получить все танки, которые здесь есть в этой игре. А ну-ка. Так, кстати, мы с тобой привыкли... Ты прикинь? Ну давай, давай, бомби. А, твои снаряды пролетают, парень. Да, электричество до нас не достает. Отлично. Но, знаешь, есть какой-то большой риск, что здесь мы сфейлимся. Так, 36 тысяч на кону. Так, а если я возьму, знаешь что? Да подожди ты, в плане, блин, я же хотел выбрать другой танк. Они мне даже не дали возможности такой, прикинь, сразу кинули меня в бой. Значит, нам не надо нажимать играть снова, надо вернуться в менюху. Потому что, ну, это добром явно не кончится. Знефк какой-то, знефк. Оу! Друзья, я... Одинаково. Ты, парень, заехал. Ты заехал и наехал немножко не туда, куда надо. Фига мы тут. Что он шуршит-то, я не могу понять. Да выпендривался, гаденыш ты такие. Ну, еще одну победу. Давай-ка я, наверное, вернусь в меню. Выберем наш танк Т-34, по-моему, да? Который мы обычно с тобой разруливали. Все эти нелепые ситуации. Купим скин. Окей. Не знаю. Им, конечно, немножко подольше воевать приходится, чем нашим мощным танкам. Но зато здесь и противники даются послабее. Здесь может выйти челябинец. Нагрянуть в гости. Вот он, собственно говоря, родной вылез. Челябинец. Причем, ох ты, ох ты. И он такой деловой, он думает, что ему все можно. Парень, смотри, что у меня есть. Так, ты думаешь, я тебя не пробью? Я его не пробью. Если он так ко мне будет подходить. Ну и все. Дуло отлетело. Ну, а мы с тобой зарабатываем 36 тысяч монет. Так, друзья мои, 1500 кристаллов. Просто представь, 1500 кристаллов мы можем с тобой сейчас просто заработать, если выиграем 5 поединков подряд. Так что давай стараться. Давай стараться и попробуем с тобой, наверное, приобрести. А, у нас не хватит. Я один танк хотел приобрести, который вы мне порекомендовали. Опа. Такая же рассветочка, парень, да? Куда полетел-то? Иди сюда, я тебе все прощу. Блин, ты посмотри. Есть второе попадание. Третье. Все, он наш. Четвертое, пятое, шестое и последнее, седьмое. Четенько. Хотя он был круче, чем я. Ну что, первую победу мы с тобой вырвали, так сказать, зубами. Двигаемся дальше. Сейчас вот мне нравится, что никакой ожиданий, да, там что-то выбора, сразу хоп, тебя в поединок и все. Я говорю, мы будем с тобой играть в режим 2 на 2 только после того, как проиграем. Проиграем с тобой вообще полностью в этот режим. Только в том случае есть смысл. Пока мы с тобой идем на кураже, ну, нету, ребят, смысла. Ты смотри, что он творит, а?
Он типа меня хочет наколоть? Наколол сам себя. Чудик. Вторая победка есть. В кармане. Еще надо три. В принципе, такими темпами, как мы идем, очень даже неплохо. Окей. Ну давай, 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 не томи уже меня. Мне нужно 1500 кристаллов заработать. Причем как можно быстрее. Я уже... Опа. Снаряд, снаряд. Твою налево, да как так-то? Ух. Я открыл счет, ребят. Что-то мне кажется... А че он, все? Приплыл? О, да ты, парень, уснул. Ты, парень... Он опять, ребята, был круче меня. Окей, погнали. Потом попробуем с тобой вон тот сундучок заработать еще. Будет тоже очень шикарно. Я тебе говорю, режим 2 на 2, он очень хорош, но только в том случае, если ты уверен в напарнике. Если тебе напарник проверенный достается, тогда да. Но если рандомно, то ты можешь просто сфейлиться именно по напарничку по своему. Оу-оу-оу-оу. На, хорошо, хорошо. Дреб получает у нас звездюлей. Ой, все, родной. Он замешкался. Я, кстати, заметил, в этой игре такая есть штука. Когда ты начинаешь паниковать, все, ты обязательно проиграешь. Окей. Ну что, последнюю победку, я думаю, мы с тобой сейчас все-таки получим. И 1500 кристаллов будет в кармане. Мы когда-то тут за 300 с тобой кристаллов драли глотку тут себе. А тут 1500. Сам понимаешь, да? Опа. Так, друзья мои, мне вот это не нравится. Так, пробуем. Я надеюсь, у тебя нет брони. Что он там берет? Он думает, тебе это поможет. И вот они наши монетки. Ой, монетки, наши бриллиантики. Так, у нас с тобой уже два сундучка накоплено. Ну что, двигаемся за большим-большим таким чемоданом, в котором будут лежать всякие штучки-дрючки. Надеюсь, еще там выпадут гемы, которые можно будет приумножить. И, кстати, надо будет посмотреть общее количество кристаллов. А вот себе на что-нибудь... О, родненький, челябинец. Почему мне нравится челябинец? Ну, во-первых, это самый первый танк, который тебе дается. Во-вторых... Смотри, какой умный, смотри, какой. Самый умный, ребята. Вот и все. Сейчас будем его рвать. Раз. Два. Три. Думаешь, если ты подъехал, то я по тебе не попаду? Ты глубоко ошибаешься, парнишка. А тут 50000 монет, прикинь, там. Так, третий сундук уже заработанный нами. Окей. Все идет как надо. Сундук получим, потом уже посмотрим, сколько у нас там кристаллов, сколько вообще всего, что мы заработали с тобой. О, еще один челябинец. Ну, раз он купил себе скин, значит... А, 80... Ну ты серьезно, ну парень, ну хорош. Ну хорош. Ну ты думаешь, я настолько глуп? Я знаю, что защита, по-моему, здесь самое лучшее, что может быть. Так, челябинец что-то там выпендривается. Все равно ведь накажу, гаденыша. Тут отсидеться, что ли, решил парень? Ну и что он там завис? Непонятно. Все ближе и ближе мы к сундучку, к этому, к нашему. Так, мы еще с тобой, наверное, здесь сундучков 5-6 накопим, пока дойдем. Я вот не знаю, возьмем сундук, можно пойти будет попробовать 50000 монет получить. Либо пойти поиграть в аркадный режим. Открытые у нас есть новые карты, которые мы купили с тобой, открытые. Но они еще пока не заюзаны нами, мы там даже еще и не были. И, кстати, ну, на новом танке было бы неплохо покататься бы там. Попал, попал. Дреб ты достал. Попали. Попали. О, все, он, ребят.
Все. Дреб, хорош. Я думал, на самом деле, что у меня крышка сейчас. Зря он двинулся с места. Было бы неплохо. Просто я рак. Я с этим соглашаюсь полностью. Рак, да еще какой. Но начал он, на самом деле, круто. Так, ну что, мы с тобой продолжаем. Ну давай, давай, уже прогружай быстрее. Мне нужно посмотреть, кто там следующий. Cloud Blade. Fight. Ну-ка. Так, это у нас Кольт. Кольт прям сам, ребята, летит на мои снаряды. С превеликим удовольствием. Я смотрю, ему нравится. Причем ни разу не попал по мне. Ну, победушку-то еще дадите мне одну. Чтобы я уже получил, в конце концов, этот сундук. Суперкотик. Ну, это новичок, ребят. 100% на челябинце будет. Естественно. Тут сразу видно. 12 побед, или как, 12 кубков, 12 очков. Пытается челябинец что-то тут придумать. Ну, как видишь, ничего у него не получается. Так, ох ты. Ох ты какой, смотри, смотри. И довольный бежит, на-ка. И не ожидал, да? И сразу тебе взгрустнулось, парень. Сколько по тебе нужно? Все. Раскромсули, да свидули. А вот он и сундук. Смотрим. Новый танк, серьезно? Так, друзья мои, это дреб. Собственно, персоны. И умножаем, конечно же. Так, итого у нас получается 200. Ага, 200 гемов. Ну, ребят, я считаю, что это очень круто. Плюс мы с тобой танк получили, дреб, который нам даже не стоит уже покупать, потому что он у нас уже приобретен. Итого у нас почти 2000 кристаллов. Давай-ка посмотрим, что можно приобрести. Дреб есть? Тигр нам в подарок пошел. Так, вафля. Штейн. Т-110. Т-35 стоит 2,5. Получается, нам нужно, может быть, штейн взять? Или вафлю? Мне кажется, лучше взять штейна. Давай приобретем с тобой штейн. Откроем скины. Так, и поюзаем его. А поюзаем мы с тобой его в аркадном режиме. Так, отлично, давай далее. Дальше. Ох ты, бустов-то сколько тут. Челябинец, челябинец, все на челябинец идет. Так, прокачка у нас. А, бустер, бустер, конечно, повесить надо и на него. Все. Открыли защиту. А теперь смотрим. Так, вот в этом уровне мы не были, да? Потому что все по нолям. И здесь. Короче, три этапа. Смотри-ка, какой-то горный хребет. Это что за босс такой? И вот этот босс. Так, подожди. Пустоши. Пойдем посмотрим, что у нас в пустошах. Мне лично интересно посмотреть. И заодно протестим с тобой новый танк. Штейн. Ох ты, смотри у него. А, у него так и так, все понял. Так, как он бомбит-то? Не могу понять. Что-то не могу. Не пойму. Если честно, не могу врубиться, сколько он наносит урона именно из своей пушки вот этой вот. По-моему, не очень много. Да, я бы даже сказал, наверное, мало. Больше все-таки из огнемета он шпарит урона. С боссом, я думаю, будет очень-очень проблемно драться на таком танке. Ну, огнемет в ближнем бою, это, конечно, имбово. Тут уж не поспоришь. Но не более того.
Ребят, пишите свое мнение об этом танке. Огнемет очень быстро еще заканчивается, ко всему прочему. Но в ближнем бою, да, я тебе скажу, в ближнем бою, если он начнет пламенем своим жарить, очень даже неплохо. И я тебе скажу, что он такой, знаешь, во-первых, он большой очень, по площади. Видишь, он занимает очень много места, и поэтому его очень хорошо разбомбить. Особенно такими навесиками всякими. Тяжело как бы уклониться. Это раз. Так, во-вторых, с боссом, я не знаю, как удраться, и издалека его бомбить, это бесполезно, вплотную, наверное, подходить к ней придется. Так, сколько нам еще врагов-то нужно подбить? Да что ты? Блин, его мотыляет, я думал, что он будет более такой, знаешь, как увесистый и на дороге будет себя нормально вести. Да чтоб тебя! Может быть, просто нужно привыкнуть. Может быть и такой, ребят. Но урон я вижу, что намного-намного меньше, чем у остальных танков. Ты еще не забывай, что этот Штейн у нас вообще не прокачан. Мы его только приобрели. Ни одного уровня он не заработал себе. Можно еще сделать на это вскидку. Что-то тут, кстати, дофигища врагов будет. Я погляжу. Вот эти вот почему-то какие-то для нас слишком крепкие танки. Есть. Шваркнули. Продолжаем. Так, кто там у нас? Блин, вот против этих танков, конечно, не очень хорошо. Ух. Не, урон, конечно, хотелось бы побольше. Не то, что немножко, а вообще урону намного-много надо. Ну давай попробуем. Смотри, как мы с тобой висим над обрывчиком. Окей. Такс. Ну где там босс? Сейчас появится босс, друзья. Кто у нас здесь? Патун. Ну что, я предлагаю, наверное, все-таки двигайся, господи, Патун. Взять так защиту. Сейчас попробуем. Что он из себя представляет в ближнем бою? Ну, в принципе, да, за счет огнемета, ребят. За счет огнемета, может быть, мы его... Не то, что может быть, мы его вырубим за счет огнемета. Да, огнемет здесь рулит. Ну что, давай попробуем тогда еще какой-нибудь танк. Тигра, может быть, нам попробовать. Что я сделал? Что я взял-то? Ё-моё, не то, что нужно. Давай возьмем тигра и попробуем его. Но не на вот этой карте, которая только что у нас была, а, например, на горном хребте. Сейчас тебе скажу свое мнение по этому танку. Выглядит впечатляюще, скорость неплохая. Так, у него автоматик. Я дым. Ну, автомат так себе на самом деле наносит урона. То, что он быстрый, спору нет. Я серьезно говорю, он быстрый. Но вот этот вот автомат ни к силу, ни к городу. Мне почему-то кажется, что и вафля, наверное, будет что-то из этого ряда. Не понимаю, зачем тут вот этот пулемет, если он особо урона не наносит. Да. Надо как-то пересмотреть весь баланс танков. На самом-то деле я бы все-таки чуть-чуть перекорректировал бы некоторые танки на свой лад. Ну что вот этот автомат? Ну толку-то от него, ну... Не знаю, ладно еще огнемет, ну хоть как-то помогает, но...
Не знаю. Ладно, я даже не представляю, как мы сейчас будем с тобой пинать босса, если мы дойдем до него. Как это будет выглядеть? Так, что там у нас? Понял. По броне, я тебе скажу, он не самый сильный. Ох, щит. Так, ребята, зачем я... Как я теперь с боссом-то буду драться? Вот это да, вот это мы ступили. Я же босяцкого теперь не смогу завалить. Что, придется применять школу хитрости, как всегда. Еще неизвестно кто. Если выйдет Патун, то, возможно, мы его забомбим. Если выйдет Каратель, я умываю руки, он нас разнесет. 100%. Что мне нравится в этом танке? Скорость. Это, наверное, одна из важных составляющих. Это его скорость. Броня, ты сам видишь, очень слабая. У нас ее практически не осталось. То есть разносит. И вот этот вот пулемет, ну, еще раз говорю, ребят, я не вижу в нем вообще никакого толку. Да. Готов. Никакого отхила у нас нету, к сожалению. Куда-то попал. О! Так, довольно мощные танки пошли. Ну. Так, снаряд в снаряд. Да, по убойке он тоже так себе. Будем честны. Именно по урону. Хотелось бы, конечно, намного побольше урона. Ну, ты сам видишь, сколько снимает. У нас даже Челябинцы, по-моему, больше отнимал на первых раундах. Хотя тут, может быть, все зависит от того, что уровень аркады у нас новый, купленный. Поэтому здесь враги могут быть сильнее и отличаться от обычных карт. Такой вариант тоже может быть. Но чтобы вот этих вот навесиков бояться, ребят, ну, я ни на одном танке так не щемился, как на этом. То есть переживаешь. Ну и во-вторых, очень мало здоровья. Потом как бы неохота лишний раз получить звездюлей. Так, попадаем, да? Сейчас издалека его попробуем уничтожить. Вроде попадаем. Да. Ох, какой ты... Какой он тугой на разбор, а? Так, опять навесики. Вот я его колбасил-то издалека. Тут видно по состоянию здоровья, что у него очень мало его осталось. И как-то этот танк немного все-таки прыгает. В отличие от Штейна. Штейн хоть тоже прыгает, но его не так мотыляет, как этот. Так, неужели босяцкий? Босс кто? О, все, ребят. Каратель. Против карателя шансов просто нету. Попадаем хотя бы? Нет, не попадаем. Вообще не попадаем. А где он там стоит-то, я не пойму. Я даже не пойму, где он стоит. Давай возьмем повыше. Еще выше, что ли, надо брать? Слушай, мы можем с тобой вот сюда вот перебраться. Вот сейчас вот, если вот он выстрелит,
Он куда-то там отъезжает. Сейчас попробуем проехать сюда, в низинку. Проехал в низинку. Он, короче, отъезжал назад, ребята, и где-то там в ложбинку в какую-то сел, и все, и разнес меня. Короче, не айс-танк. Буду честен. Так-с, улучшить. Улучшить. Так. Ну что, поехали, еще попробуем. Что у нас там, 150 тысяч, по-моему, монет разыгрывается или что? Следующая-то награда какая? Так, плеер 932. Ну это новичок, ребят, на Челябинце будет. Сразу обращаешь внимание на очки, и все. Тут все будет прекрасно ясно. Ну, если, конечно, тебе какой-нибудь донатер не достанется. Челябинец, ты опупел, да? Ты не ожидал такого. Вот это уже тебе парень не спасет. Готов, хлопчик. Да, не 150, а 50 тысяч. А там, кстати, у нас 2000 кристаллов. Стоит, мне кажется, за этот вкусный приз побороться. Но придется 10 поединков нам с тобой сыграть. В принципе, у нас этот танк уже прокачан. Ну, сколько он там уровней имеет? Наверное, уровней 6, как минимум, прокачки. Плюс у нас защита. Файт. Поехали. Кто там у нас? Опять челябинец? Опять челябинец. На тебе, прямой наводкой. Ага, побежал куда-то. Куда побежал-то? Иди сюда, я все прощу тебе, малыш. Малыш, мы будем кушать варенье. Вспомнил что-то Карлсона вдруг. По слову малыш. Ассоциации. Так, ну ты думаешь, ты самый умный, что ли, парень? Я постою. Я подожду. Сразу на попятный пошел. Иди, иди. Я ж тебя поймаю здесь. Готов, хлопчик? Угу. 50 тысяч будут моими. Понимаешь, просто будут моими. Я их заработаю. И, кстати, мы попробуем. Не знаю, если все сейчас быстренько у нас пройдет. Я хочу все-таки зайти в аркадный режим, взять наш супер-пупер танк и наказать этого карателя. Хотя не факт, что там будет опять каратель. Опять новичок против нас, друзья. Опять новичок, опять этот челябинец. И опять он там что-то завис. Он завис. И сейчас будет получать по шапке. Так. Ну ты молодец. Куда? Давай. Типа я его боюсь. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Не обижай, не обижай меня. На. На. Как же так? Сразу обращаем внимание на... Ага, вот здесь уже серьезный противник. Raider Blade. Кто же там? Кольт. Чувствуется, ребята, кольт, по-моему, на прокачанных. Да, на прокачке идет. Так, ну мы его уже... Ух, наполучал. Он тут наполучал, конечно, сладких звездюлей. Все, точные попадания прям в яблочко. Шикарно. Ну и еще победушка. 50 тысяч золотых будут у нас в кармане. А потом пойдем за кристаллами. 2000 кристаллов, это считай танк. Танк будет у нас в кармане. У нас же 500 кристаллов осталось? Вроде бы как осталось. Там 2500 стоит у нас следующий танк. Дреб. А чё я боюсь дреб? Дреб это фигня, ребят. На самом деле. А у него второго оружия нету, да, у дреба? Не понял. Давай-ка завязывай, парнишка. Но он его мотыляет, он хочет, ну, как бы приноровиться, куда стрелять, но его шатает из стороны в сторону. А вот и 50 тысяч золотых. Все, я пошел, короче, за кристаллами. 2000 кристаллов на дороге не валяются. Сам понимаешь.
Да и к тому же мы можем с тобой купить танк. Вообще цель, возможно, у нас здесь будет купить все танки, открыть все карты. Ну, я не знаю, может быть, и ждать какого-то нового обновления, может быть, нового режима. Опять дреб. И я тебе скажу следующее, что здесь можно все своими руками добиться без, ребята, без единого доната. Я тебе тому пример. Все танки, которые я зарабатывал, ты можешь увидеть как? Чисто вот на арене. Ни одного рубля я сюда не вложил. Так, ну что, поехали дальше. Был бы вот такой танк еще в игре, было бы вообще круто, да? С тараном, с пушками, тут фигово туча пушек. Посмотри, как бы он там бомбил. Файт. Кто, дреб опять? Опять дреб. Так, не понял, кто будет счет-то открывать у нас сегодня? Он открыл первым. На доли секунды, ребят. Получает по шапке. Опять прямая наводка. Все, крышка тебе, парень. Солина. Алмаз. Поехали далее. Никогда тут нам с тобой. 142 победы было написано. 142 победы, не кисло? Я считаю, что нормально. Так, опять новичок на Челябинце будет у нас здесь. Стоит, грустит. Надо же, он еще... Блин, я жму, блин, куда жму? У меня вот здесь вот прицел сбоку где-то был. Так, он обрадовался, он думает, что сейчас победит. Прикинь, сейчас победит меня. Ну, давай. О, а почему это у меня быстрее щит слез, а? Интересно. Окей, это еще не конец. Причем далеко не конец. А что там после 2000 кристаллов? Надо будет глянуть. Ну там, наверное, опять будут деньги. А потом будет сундук. А потом 5 кристаллы. И так до бесконечности. Кто? Винчи? Ого, а Винчи-то будет покруче, чем я. Кольт. Я открыл счет. Продолжай открывать счет. Продолжай, ребята. По-моему, все. Винчи крышка. Ну куда ж ты, Кольт, пошел, а? Не нужно же, когда вот такие танки начинают елозить. Вообще, в сухую вынес, прикинь. Ну, последнюю победу. Вот, смотри, у нас 50. Да ладно. 155-й, это последний? О, вот ну как. Ладно, сегодня мы с тобой заберем 2000 кристаллов, а уже в следующей серии, я думаю, допройдем полностью эту эпопею. И, наверное, надо будет проигрывать, чтобы начать заново и собирать опять все эти призы. Так, ну, кто у нас там? Опять новичок на Челябинце. Нет, на Кольте, друзья мои. На Кольте, а как он, интересно? 13 очков есть. И уже Кольт имеет. Причем юлит. Есть. Все, парень доигрался, короче. Перестарался чуть-чуть. Круто. И мы с тобой забираем 2000 кристаллов. Так, давай посмотрим, что у нас. В общем, 2369. Ну и плюс еще у нас сундуки. Так, на Челябинец. Кольт М5. Челябинец. Собственной персоны. И опять на Челябинец. Бустер. Так, какой тут, например, танк следующий у нас по расценкам? Вафля 720. Т-110.
полторы. Т-35. Ну, давай. Давай мы, наверное, в следующей серии с тобой приобретем Т-110 и протестим его. А на этом, друзья, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.